Всем добрый день! Сегодня хочу поделиться с вами очень простым, вкусным, быстрым рецептом пирога к чаю. Называется королевская ватрушка. Ее любят и взрослые, и дети. Получается нежная, воздушная, просто тает во рту. Этот рецепт ватрушки будет очень кстати и тем людям, которые придерживаются мнения «творог не люблю, но есть надо». Этот вариант для вас. Итак, если вам интересно, оставайтесь с нами. Чтобы приготовить тесто, нам понадобится 200 грамм сливочного масла. Масло должно быть плотное, но не замороженное. Добавляем 2 стакана муки. Соду на кончике ножа и сахар 1/3 часть стакана. Если для вас сахара это много, можно уменьшить. Теперь нам нужно все это перетереть в однородную массу. У нас с вами получится крошка. Вот такое у нас с вами рыхлое тесто получилось. Для начинки нам с вами понадобится 500 грамм творога, 2/3 стакана сахара. Можно заменить сахарной пудрой, это уже по желанию. Добавляем яйцо, 3 штуки. И теперь все нужно хорошо перемешать однородную массу. Можно добавить ванильный сахар, это уже по желанию, кто любит. Начинка готова. Берем форму, в которой мы будем с вами готовить королевскую нашу ватрушку. Добавляем немножечко подсолнечного масла. И хорошо распределяем масло по всей форме. Выкладываем половину нашего теста. И хорошо распределяем. Выкладываем творожную начинку. И также хорошо распределяем по всей форме. И сверху уже выкладываем вторую у нас часть нашего теста. Такая ватрушка готовится очень быстро. Время приготовления минимум. И всегда такие продукты у нас с вами доступны. То есть есть. Так, все. Теперь отправляем в разогретую духовку 180 градусов. Нам нужно, чтобы она подрумянилась. Стала такая золотистого цвета. Время приготовления будет зависеть от духовки. Примерно 30-40 минут. Вот такая у нас с вами красота получилась. Сейчас мы разрежем, и я вам покажу, как выглядит в разрезе. Ну что, разрезаем? Режется очень мягко. Посмотрите, какая у нас с вами красота даже получилась в разрезе. Если вам понравился рецепт, не забывайте поделиться с друзьями, написать комментарий, а мы с вами увидимся в следующих видео.